Добрый вечер. Это «Суть недели». В этой программе мы поговорим с вами о новом украинском правительстве. О том, как Красная Армия 72 года назад отбила Одессу у немцев и румын. И о борьбе с коррупцией в современной России. Украина в последние месяцы находится в положении политического дисбаланса. Вообще-то наших южных соседей и так лихорадит. А тут еще и консолидированный Запад устал наполнять деньгами карманы украинских министров. И вежливо попросил Порошенко сменить правительство Украины. Ну, на более умеренное в смысле финансовых аппетитов. Дальше началась торговля. То есть процесс переговоров между Порошенко, Яценюком и партийными фракциями в Верховной Раде. Смысл торговли заключался в том, что новый глава Кабмина, Гройсман, долго кокетничал, усиливая таким образом свои переговорные позиции по назначению избранных им министров и вице-премьеров. Ну а Яценюк, судя по всему, требовал отступного за добровольную отставку. С Яценюком вопрос решился просто и грубо. В недрах Генеральной прокуратуры обнаружилось уголовное дело по обвинению премьер-министра во взятке ценой в 3 миллиона долларов. Поскольку в тех же недрах терялись миллионы долларов, отпущенные американцами на борьбу с коррупцией, лично у меня этот факт удивления не вызвал. После демонстрации уголовного дела, возбужденного якобы еще в октябре 2015 года, Яценюк успокоился и пошел себе в отставку. С этого момента начался новый раунд переговоров. За дело взялся Порошенко. Угрожая Раде роспуском, он добился согласования всех кадровых требований нового премьера Владимира Гройсмана. И тут-то и таится очень любопытная деталь. Как вы думаете, что стало камнем преткновения? Нет, не политические должности. Весь политический блок в Кабмине остается без изменений. И даже не финансово-экономический блок, о нем договорились. Главной должностью в новом кабинете министров оказалась должность под названием «Вице-премьер по делам АТО», то есть антитеррористической операции, и оккупированным территориям. А знаете почему? Это самое хлебное место. На это место Гройсман отстоял кандидатуру своего соратника по Виннице, где он был мэром города, Владимира Кистиона. Даже предыдущее место работы Владимира Кистиона подсказывает нам, из чьей команды этот человек. Уже в течение нескольких лет винницкие журналисты и юристы неоднократно отмечали, что находясь на должности заместителя мэра города, а потом на должности первого заместителя, Кистион отвечал за реализацию проектов, связанных с отмыванием бюджетных средств. Украинская пресса пишет о нем, что курируя вопросы ЖКХ, Кистион фактически возглавлял коммунальную мафию в городе. Еще в начале тысячелетия, когда Кистион возглавлял областное коммунальное производственное предприятие «Винница-Водоканал», местные предприниматели жаловались, что канализация Винницы стала дорогим удовольствием. Достаточно громким в регионе стал скандал вокруг винницкого лампового завода, долг которого по коммунальным платежам составлял 17 миллионов гривен. Разрулил ситуацию и бывший тогда заместителем мэра Владимир Кистион. По мнению винницких юристов, откат за решение проблемы с водоснабжением составил 2,5 миллиона. При этом завод был продан фирме, юридический адрес которой находится в Крыму. Всего за 132 миллиона гривен. Неплохие комиссионные за решение вопроса задолженности по коммуналке. К началу 2010 года Кистион вышел на качественно иной уровень. В Виннице сформировалась местная коммунальная мафия. Координацию ее действий осуществлял именно первый зам мэра города. В 2012 году его группировка фактически стала контролировать ситуацию не только в Виннице, но и во всем регионе. По договоренности с руководством МВД, через Кистиона и народного депутата Верховного Совета Украины Джигу, начальником главного управления МВД Украины в Винницкой области, был назначен генерал МВД Русин. Основным методом получения прибыли для Кистиона является метод экономического давления. Каких же результатов добился Владимир Кистион? Да замечательных.
В этом убедились жители Винницы, которые участвовали в экскурсии в так называемом Винницком Межигорье. Ну, Межигорье – это была резиденция Януковича. Данное мероприятие было организовано активистами партии «Свобода» и приурочено к Дню независимости Украины. В Винницком Межигорье, естественно, проживает местная элита. При том, что зарплаты чиновников составляют от 3 до 7 тысяч гривен, их роскошные дома потрясли сознание граждан Винницы. Скромный дворец Кистиона произвел на винничан неизгладимое впечатление. Стенки бассейна во дворе были покрыты сусальным золотом. Обнаженные греческие богини поддерживали своды беседок, а в гараже Кистиона красовались Мерседес, Мазерати и Феррари. Но наиболее интересное ноу-хау Кистиона – это травяные газоны с электрическим подогревом. Основные схемы, созданные Кистионом, захват и контроль муниципальных аптек в городе Винница, транспортная реформа, подавляющее большинство водителей Винницы лишились возможности заработка в результате, монополизация структуры распространения прессы в киосках под названием «Пресса», а вот в киосках «Пресса» Падилля Владимир Кистион торгует сигаретами, так же, как и в остальных киосках на остановках общественного транспорта. Взят на баланс города фонтан Рошен, знакомое название. Подарок городу Винница от нынешнего президента Петра Порошенко. Ныне Винница выделяет 2 миллиона гривен из городского бюджета на его содержание. Это лишь некоторые из упоминаний в прессе о рознично-торгово-транспортной империи Владимира Кистиона. Судя по настойчивости, с которой Гройсман продвигал Кистиона на должность, связанную с распределением огромных средств на восстановление Донбасса, можно с большой долей уверенности предполагать, что украинское правительство останется на прежних коррупционных позициях. 10 апреля на минувшей неделе исполнилось 72 года со дня освобождения Одессы войсками Красной Армии. Мой гость, заведующий Кремлевским, как его называют, музеем Великой Отечественной войны, Михаил Валерьевич Черепанов. Михаил Валерьевич, на минувшей неделе исполнилось 72 года исторического такого, может быть, переломного, одного из переломных моментов Великой Отечественной войны – взятия Одессы. Я хотел бы напомнить, что, конечно, 10 апреля 44-го – это день освобождения Одессы, да, того самого долгожданного освобождения. И, в общем-то, в 45-м именно Одесса и была одной из первых городов, названа городом-героем. И, в общем, это не случайно. Ну, совершенно героическая оборона. Оборона в августе 41-го, еще с 5 августа уже началась эта самая оборона. Правда, тогда еще были румыны, в общем, скажем так, не совсем опытные вояки, но, тем не менее, их было вполне прилично количество и при поддержке авиации. И вот именно в 41-м году Одессу оборонял генерал Новиков Петр Георгиевич, родившийся в Алексеевском районе нашей Татарии. Ну вот, я так и знал. Причем, значит, как ни странно, именно в боях за Одессу он и завоевал уже тогда свой орден Красного Знамени. А это, в общем, опытный был тогда уже из Испании военачальник. А, то есть он прошел испанскую школу. Он и Испанию прошел, и финскую прошел, и был уже генералом. То есть практически он возглавлял дивизию 95-ю стрелковую. И во многом заслуга именно этого нашего генерала Новикова в том, что румыны с лету ничего не смогли сделать. Да, собственно говоря, и потом уже, окружив Одессу, тоже много чего не смогли. И отвлекли они на себя тогда весьма большую группировку. И вот эта вот дивизия практически 95-я сдерживала огромное количество румынских войск, которые не смогли продвинуться дальше. Правда, сама судьба Новикова трагична. Его назначили потом и последним генералом, начальником обороны Севастополя. И вот там он уже попал в плен живым. И, в общем-то, судьба его в том трагична, что дожил, правда, он до 44-го года, и так как он заступился как генерал
за какого-то солдата, его забили просто до смерти в концлагере, да, в Австрии. То есть, ну, судьба, по сути дела, генерала Карбышева, скажем так. Стоит вспомнить все-таки и еще об одном нашем герое Советского Союза, Федосееве Михаиле Андреевиче. Он родился в Казани, летчик, и воевал над Крымом как раз, избивал немецких истребитель. За свою вот буквально короткую такую биографию он воевал до марта 42-го и только над Крымом сбил 13 самолетов противника. Был представлен герою еще при жизни, но получил его только после смерти. Погиб он 23 марта 42-го года где-то там же в Крыму. Ну, хотя числится, конечно, похороненным в Семисотке, но вряд ли немцы его захоронили, скажем так, на оккупированном Крыму. А он к Одессе какое имел отношение? Вот как раз над Одессой он и воевал в 42-м. И, в общем-то, пытался, скажем так, помочь с воздуха защитникам Одессы. То есть это человек, который успел получить звание героя именно за бои в Крыму, наш казанский. Кстати, самое интересное, что оказалось, что у нас 7 героев Советского Союза, родившихся в Казани, на улицах Казани не увековечены. В том числе, кстати, генерал Панфилов, который возглавлял ГРУ в 41-м году. Наш казанский генерал Панфилов. Но не тот, который вот под Москвой воевал. Нет, тот киргиз. А это наш казанский, родившийся в Казани непосредственно. И, в общем-то, почему-то, по каким-то причинам... Тоже герой Советского Союза? Конечно, герой Советского Союза, генерал-лейтенант танковых войск. Мне кажется, что вот сегодня надо помянуть особенно тех, кто погиб в день освобождения, 10 апреля 44 года. Это вот Садрудинов Хабибулла из Сармановского района и русский Гавриков Александр Алексеевич из Казани. Был, кстати, командиром батареи, артиллеристом. Именно 10 апреля они погибли в Одессе. Освобождение Севастополя тоже интересный факт. Первым на улице Севастополя на танке ворвался на Т-34 уроженец нашего Юдина Тимофеев Геннадий Михайлович. Написано: в боях за город Севастополь 9 мая 44-го ворвался на танке. Я к тому, что вот сейчас мы пытаемся восстановить следы наших земляков, погибших и за Крым, и за вот конкретно Одесскую область. Вот в Днестровском лимане Одесской области погиб 22 августа 44-го в селе Затока уроженец Алькеевского района Зарипов Хафиз Зарипович. Кстати, тоже представлен к званию Героя Советского Союза. Ну, к сожалению, дали только орден. Я к тому, что, в общем, могилы наших земляков есть и в самой Одессе, и в Одесской области. И, в общем-то, нам действительно стоит вспомнить битву за Одессу как еще один пример героизма наших земляков, как в 41-м, так и в 44-м. Да. Битва за Одессу, значит, она освободили в апреле 44-го, значит, это уже после Сталинграда. То есть это уже такое пошло наступление. Конечно, конечно. Мы из города Николаева пошли там вдоль, так сказать. Николаев был взят. И сходу, вот эти за 4 дня практически наши дивизии докатились от Николаева до Одессы и окружили там немцев и румын. И они вынуждены были даже пробиваться из окружения к себе потом на запад через наши уже, ну, примерно, да, маленький Сталинград, скажем так, устроили им уже в 44-м. И это заслуга, конечно, Малиновского, нашего генерала армии Родиона. Хотя, в общем, и противник был достойный. Все-таки тот самый фельдмаршал Клейст. Он возглавлял оборону Одессы, да? Да, да. Ну, в том числе и румынские тоже войска. Ну, у румынских войск была плохая репутация во время войны. Они вояки-то слабые были. Так. Это надо признать. Да, не очень, как бы. Потому что я помню, как они Бухарест сдали мгновенно. Там вообще им особо
особого сопротивления сильного не оказывали. Ну, скажем так, это не был Сталинград. Да, естественно. Да, конечно. Хотел бы, Михаил Валерьевич, вас поблагодарить. Вы, как всегда, нашли в событиях Великой Отечественной войны наш местный колорит. И, конечно, очень приятно, что каждый раз, каждая наша встреча заканчивается тем, что мы новые имена наших героев узнаем. Спасибо, Михаил Валерьевич. Я надеюсь, до скорой встречи в этой студии. Спасибо. А сейчас перерыв, после которого мы поговорим о наболевшем, о коррупции в России. Ну, как я и обещал, о наболевшем мы поговорим с сопредседателем татарского отделения Общероссийского народного фронта, первым проректором Казанского инновационного университета Игорем Измайловичем Бекеевым. Как бы вы могли охарактеризовать вот ситуацию с коррупцией в нашей республике? Есть определенные положительные результаты, которые связаны со снижением уровня бытовой коррупции, с деятельностью системы «Народный контроль». Она действительно помогает часть барьеров снять. Есть признаки системности, но говорить о победе... Системности в борьбе или системности в коррупции? Противодействие. Системности в коррупции тоже они присутствуют, конечно, но это нужно специально и достаточно подробно останавливаться, чтобы понять каждую сферу. То есть работа ведется, в некоторых случаях есть ощущение, что она ведется как бы через «не хочу». То есть вот поручили, будем делать. Элементы формализма иногда присутствуют, отписок и тому подобное. Но следует понимать, что фактически в России идет серьезная и глубокая кампания. И Республика Татарстан является звеном, элементом этой кампании в противодействии коррупции. Это из области таких как бы общих рассуждений. Хотелось бы от вас услышать что-нибудь конкретное. Просмотрено закупок более чем на 180 миллиардов рублей. Это только у нас в республике? Нет, это в Российской Федерации в целом. Где-то примерно 20 миллиардов – это отмененные контракты, по которым, получается, доход возвращен в бюджет государства. В республике что удалось сделать? Я считаю, это вполне серьезные достижения. Практически исчезли закупки дорогостоящих автомобилей, они единичный характер носят. Исчезли предметы роскоши, отсутствуют чартерные рейсы и тому подобное. То есть вот этот вот слой излишества и расточительности, он снят. Люди подобрались, они уже не хотят на этом попадаться, не хотят привлекать к себе внимание и отказались от подобных вещей. Но теперь нужно идти дальше. Это наша следующая задача. Это смотреть контракты на предмет заточки под кого-то. Так называемые заточки, составляются условия таким образом, что победить должен только один. Да. И вообще остальные могут не беспокоиться уже. Но это глубинная работа, достаточно сложная, потому что необходим доступ к документации, а это не всегда возможно. То есть, если по цене достаточно легко смотреть, выше на 30%, все понятно, иди сюда. То здесь? Ну, я вот вашего оптимизма, может быть, в полной мере не разделю, поскольку мне хорошо известно о том, что закупки, может быть, дорогих автомобилей как-то остановились, но новая мода привелась у нас аренда автомобилей. Аренда имеет место быть. Мы несколько таких историй рассматривали. Иногда аренда становится более дорогостоящей даже, чем приобретение автомобиля и его обслуживание. Вот в чем и дело. Да. Но эти ситуации тоже сейчас под присмотром. Уже несколько таких, ну скажем, скандальных ситуаций было. Я уж не буду озвучивать реальные примеры, потому что они и с нашей республикой были связаны. И надеюсь, что чрезмерность в этом отношении тоже прекратится. Должен быть естественный экономический расчет. Но что выгодней? Буквально нет. Ну тут элементарно выгоднее, конечно, не покупать дорогие автомобили и не арендовать их, тратя на это огромные средства. Покупать скромные автомобили, которые как бы по карману сегодня. Я просто хочу сказать, что вот анализировали мы тут не так давно историю с ТГК-16. Там, где они арендовали большое количество автомобилей на очень крупную сумму. С одной стороны, казалось бы, это не имеет отношения к государственным закупкам. Поскольку ТГК компания частная, принадлежит, опять же, контрольный пакет участной компании под названием ТАИФ.
И здесь, казалось бы, вопросов нет. Но с учетом социальной значимости этой компании, ведь в каждом рубле, заплаченным жителями нашей республики за жилищно-коммунальные услуги, наверное, какая-то часть, может быть, 30-40% есть энергоснабжающих организаций. И вот эти вот автомобили, которые с таким шиком арендовали, теперь уже не закупили, они отзовутся на наших платежках впоследствии. Вот как юрист, кстати, как вы считаете, это возможно вообще здесь вмешательство правовое или только к совести взывать? Обязать достаточно сложно, потому что нет ограничивающих нормативных актов. Вот. Если бы были ориентиры четкие, поставленные законодательством, было бы понятно, что, допустим, для такого уровня стоимость автомобиля не более 2 миллионов. Нет, ну вы же понимаете, моя частная компания, я заработал эти деньги, там честно, нечестно, сейчас, ну, не привлекли к ответственности, значит честно. Заработал деньги, я на эти деньги хочу купить машину, арендовать, да что угодно я могу, это мои деньги. То есть здесь нарушение каких-то юридических норм, в общем-то, трудно отследить. Если такие нормы не установлены, нарушений нет. То есть нам остается только взывать к их совести. Либо обращаться к собственникам, к учредителям. Ну, опять же, к совести собственников и учредителей, а не с каким-то требованием жестким. Мы требовать ничего от них не можем. Мир взаимосвязан, и если кто-то к тебе обращается, а ты не удовлетворяешь эту просьбу, это может впоследствии отыграться иначе каким-то образом. Особенно вот у нас это все взаимосвязано. Еще один вопрос. Продолжаем разбираться с коррупцией. Но мир был потрясен панамским офшорным скандалом. В этом докладе, если это так можно назвать, о деятельности офшорных компаний панамских, была упомянута и наша республика. Значит, там речь идет о том, что некая офшорная компания приобрела опцион на покупку 27% акций КАМАЗа за смешную сумму, значит, по фиксированной цене 100 тысяч долларов. Ну, 100 тысяч долларов сегодня в Казани стоит не очень дорогая квартира, да, так, наверное. Вот. Так что вот явно 27% акций КАМАЗа не могут стоить 100 тысяч долларов. В первую очередь, конечно, это деятельность правоохранительных структур должна быть. Мы сами следствием не занимаемся. Мы можем получать информацию, делать запросы, анализировать что-то. Но, естественно, какие-то оперативно-розыскные действия и тому подобное ходят за пределами полномочий. Игорь, я понимаю, у вас даже нет наручников и дубинок, это я в курсе, но проявить интерес, общественный контроль, контроль за ситуацией и за развитием. Я именно об этом. Совершенно справедливое суждение. Я бы попросил мой вопрос расценивать как запрос. Хорошо. Средств массовой информации в Общероссийский народный фронт, просто беспокоит. Вполне возможно, я даже готов предположить, что это совершенно невинная сделка, но что-то мне внутри меня подсказывает мне, что это не совсем так. Просто, понимаете, в чем дело? Многие считают, что главное направление борьбы с коррупцией – это бытовая. Особенно ошибка. Абсолютно согласен. Мало того, еще, большой проблемой, согласился бы, моральной проблемой. Считается коррупция, допустим, в вузах. В этом смысле ситуация все-таки, должен сказать, улучшается в вузах. То есть и статистика об этом говорит, и замеры. Самые опасные же сферы какие были? Это поступление в вуз. Да. Благодаря ЕГЭ, многие вопросы были сняты. Я не пытаюсь обелять этот экзамен, там много проблем. Но он имел положительный эффект. Положительный антикоррупционный эффект. Ну, а коррупция вот в таких отраслях, вузовская, понятно, медицина, не будем греха таить, государственная инспекция безопасности движения, они как бы всегда на слуху. По ГИБДД однозначное снижение в последние годы идет. Это связано с многими процессами. Во-первых, у них изменились, вопросы службы и материального обеспечения. Реформа полиции произошла. И, соответственно, стали больше получать. А с медициной что? С медициной несколько сложнее, конечно. Дело в том, что подавляющее большинство медицинских работников не являются государственными муниципальными служащими, конечно. И на них не распространяются ограничения и запреты. У них своя позиция внутреннего оправдания.
Они говорят, мы же ценники не назначаем, это нам люди сами предоставляют. Но есть факты, когда и ценники назначаются заранее. Перед операцией, допустим, сложные. Причем зачастую используются определенные ходы, когда это не сам человек, который занимается лечением, а кто-то, допустим, из регистратуры или другой медицинский работник, который как бы говорит, что вот у нас сложилась такая практика, вот это так, так, так. К сожалению, такие случаи, такая информация доходит. Ну вот, знаете, есть такая простая стезя борьбы с коррупцией. Вот я как-то слушал нашего президента Рустама Нургалиевича Миниханова, который очень просто сказал, и совершенно я с ним согласен. А что, говорит, какая коррупция? Мы же знаем, на каких машинах они кто ездит, в каких домах кто живет. Просто прийти к человеку и спросить, ты, мужик, вот на какие деньги приобрел этот дом, построил? Вы затронули интересный вопрос. Сейчас в развитии он находится. Еще пока сравнительно небольшая юридическая практика. Но уже есть ряд случаев, когда имущество, о котором нет информации, что оно получено законным путем, изымается в доход государства. Мы стараемся вносить изменения и предложения свои. Иногда их слышат, иногда не слышат. То есть часть наших предложений вошло в национальный план противодействия коррупции, в том числе нашего авторского коллектива, который постоянно этим занимается. Здесь же ситуация какая? На любое действие, огромное противодействие есть тех, кто категорически не согласен кто с этим делом. Кто бы сомневался. То есть я прекрасно знаю людей, которые топили проект закона о противодействии коррупции в Российской Федерации во времена Ельцина, а после того, как лишились должности, стали самыми его, получается, сторонниками, большими активными. Сторонниками. То есть, когда на 180 градусов меняется позиция за несколько дней, это становится удивительным. Но вот такие есть. Понятным. Но такие есть. Понятно. Ну что ж, спасибо, Игорь Измайлович. Беседовать с вами интересно. Спасибо. Вот и все на сегодня. Удачи вам. До встречи в следующую субботу.